Предприимчивые владельцы сувенирного магазина в центре Москвы не растерялись в этот предвыборный сезон в США и сегодня предлагают своим покупателям уникальный политический сувенир – матрешку Трампа. Есть, наверное, люди, которые коллекционируют, в основном те люди покупают. И в последнее время вот, ну, есть спрос, вот иностранцы особо, да. Вот, заходят, покупают, и как бы есть на этот спрос. Да. Некоторые покупатели видят матрешки не просто набор деревянных кукол, а своеобразный намек на перипетии президентской гонки в США. Как и матрешка, Дональд Трамп не так прост. Как только открываешь первую куклу, то видишь, что внутри нее прячутся другие. Мне кажется, что он действительно многослоен. В игрушечной семье Трампа на этой полке Владимир Путин, Ангела Меркель, Сталин, Ленин и Мао Цзэдун. За день до выборов в Америке матрешку соперницы Трампа, кандидата-демократа Хиллари Клинтон, в этом магазине съемочной группе найти не удалось.